Всем привет, друзья мои! Ну что, у нас сегодня будет рабочий день. У нас погодка, конечно, сегодня не найс, но ничего страшного, нам помешает. Мы поработаем, наверное, день и ночь. Будут конкуренты, будет новая тачка в такси. И вот наша малышка переночевала, в принципе, неплохо. Под навесом у нас, кажется, значит, стал дождик. Да, маленько в царапинах, но я, конечно, дрифтил всю ночь. Даже есть на крыше царапина. Откуда появилась на крыше царапина? Хорошо, погнали уже в такси. Одна фара разбита, совершенно верно. Хорошо, я думаю, мы ее отремонтируем, потом починим и сделаем реально из нее конфетку. Погнали уже, наверное, заберем тачку в такси. Чувак, давай быстрее, проходи, хотел дрифтануть. Вот таким макаром, ух, красотка получилась. Да, конечно, это не Ford Mustang, и рев движка совершенно другой. Мне понравился Фордик, но, в принципе, я уже свою Жигу полюбил. Нашу семерочку, в принципе, неплохо справляется на дрифте, на скорости тоже будет хорошо. Ей побольше оборотов, и ей цены не будет, это точно. Мне, конечно, погодка сегодня не нравится, потому что асфальт очень мокрый, и реально такой дрифт получается хороший, но нас слишком могут занести и куда-нибудь вписаться. Так, хорошо. Так, по карте мы едем совершенно верно. Да, сегодня поработаю денек, поработаю ночь. Конкурентов будет много, но ничего страшного. Мы от них, если что, оторвемся. Возможно, некоторых даже им что-нибудь с ними сделаем. Хотя, мне кажется, я забыл пушку дома. Черт возьми. Поехал работать в такси, забыл пушку дома. Ох, чувак! Но ничего страшного, он поехал дальше. Все равно нашу семерочку нужно будет прокачивать, ее нужно отремонтировать. Ну, в принципе, красиво получилось, говоря. Да, дрифт получается тоже довольно хороший, ей побольше оборотов, и реально будет покруче Форда Мустанга. Хотя в будущем, конечно, я прикуплю. И вот наше такси. Погодка, кстати, улучшилась. Мы отметились у начальника, и у нас сразу появились конкуренты, друзья. И вот, друзья, я представляю вашему вниманию Dodge. Даже не знаю, какого года, но с этим очень хорошие чаевые на этой тачке получается. Потому что клиенты очень довольны, и погнали уже. Рабочий день наш начинается. Я сразу говорю диспетчеру, что я свободный. Хорошо, выезжаем, нужно аккуратненько выехать. Диспетчер, давай мне задание. Конкуренты появились, их очень много, они пытаются нас просто уничтожить. Так, появился первый клиент, хорошо, погнали. Маленько все-таки поцарапал, ничего страшного. Посмотрим, как у нас Dodge управляется. Да, машина очень длинная, и поэтому... О, конкуренты рядом. Сейчас быстренько подберем. Чувак, чувак, какой черт, нужно быстренько подобрать конкурента. Конкурент уже рядом с нами. Черт возьми, сколько вас, ребята. Хорошо, уйдем, наверное, чуть подальше от них и найдем других клиентов. Нас уже попортили. Сколько конкурентов. Обалдеть, погнали. Диспетчер, дай-ка мне задание. Мне нужно задание. Мне нужен клиент, мне нужны деньги, потому что слишком активно идут конкуренты. Так, есть задание. Казино, не дай-ка мне в другое. Поближе где-нибудь. Они прям реально на хвосту. Так, неужели в этом богатом райончике не будет ни одной цыпочки, которую нужно прокатить? Охуду не будет. Нас прессуют очень сильно. Там просто уже... О, секундочку, разворот резкий. Ребята, они позади. Погнали за мной. Сейчас возьмем быстренько нашего клиента. И довезем его. Спокойно, спокойно. Что происходит? На перекрестке какой-то кипиш. Так, походу тебе нужно. Слушай, какой ты бомж похож. Ну давай, быстренько садись. Потому что конкурент уже рядом с нами. Быстренько садись, погнали. Они даже с оружием. Обалдеть. Куда нужно ехать тебе? 2 километра, 800 метров. Сколько конкурентов. О-о-о. Нас просто реально прессуют и бывают жесткие деньки. На красный, зеленый вроде. Чувак, ты проехал на красный, походу. Так, 2 километра, 600 метров. Нас прессуют. О, у меня просто капот отлетел. И снова на перекрестке по тормозам. Ребята, уходи в сторону. Мы везем клиента. Их слишком много. Черт возьми, ясно. Оставил пушку дома. Это не очень веселый денек будет у нас. Мы продолжим, конечно, и ночью. Мы перекусим уже вечером. И продолжим ночью. Но у нас сегодня только еще утро. А уже слишком жарко. Нет, вроде бы отстали. Да, мы ускоряемся гораздо быстрее, чем они. И
2 километра нужно резко повернуть. Хотел подрифтить, не получается, потому что конкуренты просто прижимают нас сильно. Эх, сколько на карте, обалдеть, реально по всему городу. Так, 2 километра тут получится. Вот таким макаром. Ох, получилось. Да, машина очень длинная, и дрифт получается гораздо сложнее. Но нам нужно учиться и учиться. Так, мы промчались на красный. Так, все нормально, чувак. Я вижу, есть прям по курсу конкурент. Ничего страшного, мы промчимся рядом с ним. И главное, по-быстрому. Главное, не останавливаться. Так, секундочку, ребята подстоят. Ох, вот наши конкуренты были. Так, спокойно. Врезались, ничего страшного, чувак, я довезу. Тачку мы, конечно, изуродуем, но ничего страшного. Главное, довести клиента. Любой ценой. Так, так, ускоряется между ними. Ох, промчались как. Обалдеть. Там вроде бы красный, нам, конечно, по барабану. Ох, как промчались-то. Нормально. Да, Dodge справляется, в принципе, неплохо. Нас повысили, потому что я участвовал в трюке, сделал популярный трюк, и я стал популярным, и ребята дали мне крутую тачку. Конечно, в дальнейшем, я думаю, я тоже поднимусь и мне дадут еще покруче тачку. Так, я практически довез уже нашим клиентам. Конкуренция даже... Ох, сколько их там! Реально уже рядом с нами. Просто дышит нам в спину. Так, вот прям сюда нужно тебя произвести. Прям вот сюда. Так, окейшки, мы пригнали. Надеюсь, у тебя много денег, дашь много чаевые, потому что... Потому что все чудненько. Чаевые 28, 209 баксов мы заработаем. Хорошо, диспетчер, дай-ка мне другое задание. Я, в принципе, тут рядом с пляжем. Надеюсь, там жарятся красивые девочки. И у них много денег. Так, есть 100 метров, нужно развернуться будет. Резко развернуться. Ах, давай развернемся. Хотя можно сделать кружок, и там слишком много. Нас прессовать будет, что ли? Нас реально будет прессовать. Давай по газам. По газам нас просто реально блокируют. 3, 4, 6 тачек возле нас. А можно даже и больше. Так, секундочку, прямо где-то вот тут. А, вон вижу. Слушайте, походу он тот же самый чувак, но очень похож. Быстрее садись, ребята подъехали и будут... они очень недовольны, потому что мы подобрали клиента. И нам ехать 4 километра. Да, нас прессуют, нас стреляют. Жесть. Работа в такси довольно опасна, ребята. Никогда не работайте в такси. Хотя бы в GTA 5. Нормально. Так, интересно, чувак, куда тебе нужно везти? Походу, за город, что ли? Походу, за город. Хорошо, мы довезем. Надеюсь, мы оторвемся. За городом не такая большая конкуренция, как в городе. Но они просто рядом с нами. Да, 4-5 машин за нами едут. Хорошо, мы прибавим скорости, чувак. Ты, главное, держись. Сейчас дам чим тебя быстренько. 4 километра, это будет около 400 баксов. В принципе, неплохо. И 600 баксов мы уже срубили. Пока мы работаем в такси. Черт возьми, сколько тут машин-то. Да, нужно, конечно, делать свою тачку, участвовать в гонках. И тогда мы бросим это такси и будем участвовать в крутых гонках. Ох, промчимся. Да, нормально. Да, чувак, вот быстрее перестраивайся. Ах, жесть, как они рядом. Они реально очень рядом. Так, 2 километра 40, 400 метров. О, там просто реально какая-то толпа. Хорошо, погнали. Да, за городом нет конкуренции, и в принципе нормально. Там можно спокойно потаксовать, без проблем. Нас не убьют, и нашу тачку просто не уничтожат. А возможно такой... Черт возьми. Да, конечно, моя вина, но может перестроиться в другую сторону. И сразу же на ходу подъехали ребята. 4-5 тачек, нас просто прессуют. Походу пытаются отобрать нашего клиента. Чувак, ты что, реально богатый? Пытаются тебя отобрать у меня? Нормально. Да, ты нужно будет оторваться от них где-нибудь по прямой. Ох, да, можно разогнаться помощнее. Что ж такое-то с управлением-то? Походу повредили колесо, я не смогу даже управлять вправо, что ли? Какой даже больше пени. С ума сойти, что происходит с тачкой? Конечно, ее постреляли и что-то повредили. Хорошо, погнали километр. Осталось практически километр, можем подрифтить, здесь получится. Нам нужно учиться дрифтить. Чувак, ну проезжай быстрее. Эх, было не было, прям по встречке, нормально не задели. Так, ну что у нас, там 6 тачек. За нами просто 6 тачек, нас еще подрезают здесь. Так, нужно налево здесь. Тут налево, в принципе, оборотов нормально. У Dodge и справляется с дрифтом. Мы практически приехали, но нам дышат просто в спину. Обалдеть, ребята, когда вы оторветесь уже от меня? Так, подвозим тебя, быстренько хватаем другого клиента. Надеюсь, будет поблизости. И гоним, наверное, в город все-таки. В городе гораздо... Откуда он тут взялся? Смотрел на карту. Чувак, быстрее выходи, давай. Надеюсь, сразу деньги отдашь. Быстрее выходи. Да, нормально, да. Ох ты, да. Ну, практически 400 сотни. Ребята прям на хвосте. Хорошо, здесь, Петя, что у нас есть еще? Дай-ка мне задание побольше где-нибудь. Так, нормально, промчимся.
Клиентов я не вижу. Да, есть клиентик, ну-ка погнали вперед уже. На хвосте. Мне реально все на хвосте собрались, ребята. Так, слева клиент, нужно будет резко подрезать мотоциклистом и подобрать. Где там? Так, давай быстрее, нас реально сейчас будут приставать сразу же. Так, окей, шки, погнали. Куда нужно ехать? Всего же 2 километра практически. Сейчас довезем. Кстати, их уже четверо, кажется. Да, их уже четверо, было пятеро или шестеро. Все-таки один где-то заблудился. Или просто нашел другого клиента и ушел. Ух, жесть, просто реально какая-то делегация едет позади меня. Ребята, они меня даже прессуют уже. Догнали. Я вроде топлю на полную, но меня все равно прессуют. Он реально на хвосте. Так, чувак, куда нужно вести? И повернуть направо резко. Резкий поворот направо. И некоторые проехали дальше чуток. Нормально. Обалдеть, сколько отмет. Чем дольше работаю в такси, тем больше конкуренции будет, походу. Это жесткий бизнес, дорогие друзья. Так, слушай, как-то прессует меня слишком. Какой наглый-то пристал ко мне. Можно, в принципе, как-то пробовать его вытолкнуть в какую-нибудь яму. А если была пушка, я бы вышел, бы просто застрелил его. Хотя я... Он пытается что-то показать мне. Палец, что ли? Нормально. Показывает нам палец, пытается нас пригрозить. Там и второй еще догоняет. Их там было четверо. Дождь, кстати, справляется с такими дорогами. В принципе, неплохо. Да, осталось две. Нет, четыре тачки. Две на хвосте и две отстало. Мы им практически доехали. Знакомое место, где нам не заплатили. Так, стой. Я бы нам именно вот сюда. Так, чувак, нормально, деньги есть, нольчевые, но в принципе неплохо. Мы доехали, хорошо, погнали, наверное, в город. Ух ты, да, у нас 13 тысяч баксов после покупки, и можно прокачать нашу семерочку. Надеюсь, денег будет достаточно. Хотя, мне кажется, нужно 25 тысяч, чтобы прокачать ее. Хорошо, мы направляемся в город. Давай, купить 52 мне в городе поближе, где-нибудь в городе. И продолжим, там конкуренции очень много, за мной целая делегация. Так, 400 метров позади. Не, поеду все-таки дальше, поедем в город. Так, спокойно, не бей. Главное, диких животных. Слушай, плюс реально на хвосте, может как-то вот так подрезать. Не получилось. Он пошел бы на таран, я ушел бы в сторону, и он бы прямо на встречке врезался. Хорошо, ну-ка дай-ка мне другое. Другого клиента давай ко мне. Так, на хвосте у меня прессует. Жесть, все-таки врезались. Так. Да, он врезался и стоит на месте. Окейшки, друзья, мы в городе. Вот он, Лос-Сантос. Так, хорошо, мы посигнали. Сейчас найдем другого клиента. Черт возьми, я вижу, там прям по курсу есть конкурент. Давай быстрее меня ищи. Нашел только сзади. Так, развернемся. Тачка реально вся убита. Ребята, у вас тачки все убиты. Они просто гоняют за мной и пытаются просто уничтожить. Иди работай, халявщик. Так, давай прям сюда. Так, и походу трое. Четвертый остался где-то уже за городом. Пускай там отдыхает, а вот наш клиент. С песиком, что ли? Нет, не вот наш клиент. Такси, окейшки, мы пригнали. Да стоям, бач. Что тут у тебя, походу, чувак отвалилось? Быстрее садись и погнали. Так, он вышел, у него есть обрез. Черт возьми. У него реально был обрез. Чувак, ты живой? Все в порядке. 2 километра и 400 метров. Ну, погнали. Да, где-то в городе, возле кладбища. Погнали, ребят, отстали. Кажется, у меня сверху отбили надпись такси. Довольно хороший выстрел был. Хорошо, погнали. Какая тут красота. Реально, красота неописуемая. А мы едем в богатый райончик. Нужно бы, конечно, прикупить нам и домик новенький, и купить офис, чтобы там уже смотреть, как делать трюки, друзья. Там буду рисовать план трюков, и будет довольно интересно. Слушайте, он реально не отрывается. Он уже, кажется, дымится. Он реально дымится уже. Так, у нас здесь очень узкая дорога, можно резкий поворот сделать, резкий дрифт, вот так. Неплохо, надумкались все нормально. Ребята не смогут такой резкий поворот сделать, но главное, быстро-то не смогут сделать, и мы сможем оторваться. Я даже не успел посмотреть парочку домов, хотя нет, они поехали дальше, довольно быстренько вошли в поворот и продолжают нас преследовать. А там у нас другие конкуренты, так спокойно проедем. Пока колеса не подстрелили, в принципе, нормально. Так, давай-ка, наверное, повернем. А, хотя можно прям... А, давай повернем здесь. Нужно резко повернуть, чтобы оторваться от них, потому что они реально уже надоели меня. Так, еще один резкий поворот, и прям можно... Ребята отдыхают, я гоняю. И врезался в пальму. Нормально.
оторвался от одного, и там другие ребята тоже оторвались, и, в принципе, пока что можно дышать спокойно. Хорошо, погнали. Можно, конечно, наверное, от первого посмотреть. Вот так у нас доджи смотрится с первого, и можем рифтануть. Ух, таким макаром, ух, да. Блаженство просто, что ты мне подрезаешь-то? Вот именно, фак, спокойно. Тут вроде нет светофора, ребята проехали. Так, все-таки ребята пытаются нас догнать сзади, но мы уже оторвались, найдем, наверное, другого клиента и попробуем все-таки оторваться уже. Там, кстати, рядом с нами, да, прям возле кладбища, как я и думал. Он на кладбище реально едет? Чувак приехал на кладбище. Окейшки, завезем его. Деньги есть, чаевые давай ко мне. Чаевые 25, в принципе, неплохо, 200 баксов и сколько у нас прибыль. Но у нас 13 600, и приехал чувак. Слушайте, можно просто выйти и накостылять. Я даже не знаю. Ох ты! Тачку повредили мы. Ну-ка, чувак, выходи, можно с ним разобраться. Там их здесь еще не стоит на перекрестке. Хорошо, погнали, там их двое. Поехали, наверное, в город, там побольше будет чаевые и побольше деньжат. Хорошо, диспетчер, я свободный, давай, ищи мне клиента. Сейчас стопудово будет сзади где-нибудь. Ну, точно. Так, вернемся здесь. Резко развернулись и прям по встречке. Ребята не поедут по встречке, потому что они не очень-то и смелые. Так, вокруг. Вокруг объехали. Слушайте, просто со всех сторон нас окружили. Так, хорошо, наверное, последнего клиента мы берем и пойдем перекусим где-нибудь. Так, стоим, кто у нас? А вот ты, чувак, садись давай быстрее. Так, у нас 5 километров, погнали. Ну, это можно так дрифтануть. Так, ребята остановились, вышли, он вышел, там их двое даже. Обалдеть, 5 километров, и нам походу ехать, это был что ли обрез? Это реально был обрез. Черт возьми, 5 километров, ну погнали уже. Как раз увидим за город, оторвемся и спокойно там перекусим, и продолжим ночью уже. Надеюсь, конкуренции будет поменьше, потому что ребята меня слишком прессуют, и нашу тачку просто изуродовали. Я тоже умею сигналить, что ты мне сигналишь? 4 километра. Да, можно тут прибавить, ребята отрываются. Да, мы отрываемся, в принципе, спокойно, можно потаксовать, без проблем. Но реально на карте очень много красных отметок. Это наши конкуренты. И они пытаются нас просто уничтожить. Отобрать нашу тачку. Эх, нормально промчался. Так, бензинчик у меня есть, без проблем. Потом, конечно, нужно будет заправиться. Слуги и заправка. А вот заправка. Не, в принципе, есть бензинчик, если я остановлюсь, ребята сразу меня догонят. Так, нужно ехать все-таки по левой стороне, если что, на обгон пойти. Ох, нет, все-таки едет парочка, кажется. Либо один, либо пару. Нет, один едет за нами. Но ничего, с ним можно, в принципе, разобраться, просто выйти где-нибудь с третьего и даже отобрать у него обрез. Обрез мне пригодится. Вот так можно выйти просто и по-гандерски с ним разобраться. Кто кого? Сделать какую-нибудь засаду даже. Так, 3 километра. Чувак, реально, куда далеко тебя везти? Надеюсь, там будет какой-нибудь бар и сможем перекусить. Так, по встречке. По сигналу. Тачку, конечно, мы разбили, нам придется заплатить, но ничего страшного. Наш шеф все понимает, конкуренции и все такое. Главное, что мы работаем. Напоминает мне, конечно, поворот. Так, ну что? Так, можно проехать, наверное, по прямой. А, нет, поеду, наверное, по отметке все-таки. Вот таким получается у нас дрифт доджа. В принципе, неплохо справляется, но слишком длинно, кажется. Моя семерочка будет покороче, и можно же вписаться в очень узкие дороги. Так можно тут получиться. Ох, да, неплохо получается. Чувак доволен. Черт возьми, ну реально не отрывается. Нужно с ним разобраться. Конечно, у нас есть бейсбольная бита, у меня есть ножик. Можно просто его реально бейсбольной битой огреть, чтобы в следующий раз ему не было неповадно. Надеюсь, там будет всего лишь один чувак, и я с ним разберусь. Бывает, конечно, их по двое. Мы прям подрифтуем. Ух, нормально. Чувак промчался. Чтобы клиент остался доволен, его маленько нужно развлечь. Сейчас развлекем. Пардон. Так, слушайте, он реально за нами? Да их там двое. Их там двое, и нужно с ними как-то будет разобраться. Настигает нас. Осталось 900 метров, и нужно будет реально с ними разобраться. Да, тут есть кафешка, можно перекусить уже этот пригород. И тогда уже ночью, друзья, мы продолжим. Так, он в пригороде будет. Как раз может там сделать засаду, с ними разобраться. И тогда уже отправиться в ночной уже. Ночные погони по Лос-Сантосу. В поиске клиентов, конечно. Так, вот забираем магазинчиком. О, кафешка прямо через дорогу. Окейшки, мы пригнали.
Так, ну как-то с ними нужно разобраться будет. Так, чувак, надеюсь, будет много чаевых и будет много деньжат. Ух ты, да, 400 баксов, это, в принципе, неплохо. Ну, друзья, на этой ноте мы, конечно, закончим. Мы, наверное, заедем в кафешку, перекусим, и тогда уже в следующий день мы продолжим. Now what I imagined, I've been down this road before, and nothing is changing. Please help me up, don't shoot me down.